Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Outback. Ремонт передан. Итак, капот, левое переднее крыло, бампер, фары, телевизор, все это буду менять. Правое крыло буду ремонтировать. Установил машину на стапель и разбираю переднюю часть. Итак, машина разобрана, и теперь я вижу лонжероны согнуты влево. Первым делом измеряю их диагональ. Диагональ левого лонжерона 188,5 сантиметров. Измеряю правый лонжерон, и в нем диагональ 176 сантиметров. Разница в размерах 12,5 сантиметров. Мне надо потянуть лонжероны вправо 6,2 сантиметра. Буду пробовать тянуть сразу два лонжерона. Теперь я подравняю подрамник, он тоже поврежден. Итак, диагонали подрамника сейчас одинаковые. Но, как можете видеть, правая сторона подрамника немного стоит выше. Исправляю это. Теперь все в порядке. Высверливаю поврежденный металл. Некоторые отдаленные части я отравляю. В лонжеронах вырезаю окошки, чтобы была возможность выровнять заломы. Эту часть я тоже выравниваю. Это новый телевизор, беру только нужные мне части.
Некоторые удаленные части я выравниваю на столе. Чтобы выровнять лонжерон, я его натягиваю, выравниваю и затем завариваю. Теперь ремонт правого лонжерона. Итак, все заварено, теперь измеряю диагонали. Высота лонжеронов тоже одинакова. Теперь я буду сваривать удаленные части. Выравниваю поврежденный металл, который остался на машине. Итак, работа с правым лонжероном закончена. Теперь устанавливаю телевизор, проверяю по размерам и свариваю его. Сварочные работы закончены. Крашу телевизор и лонжероны. После покраски обрабатываю внутренние полости мовилью и затем устанавливаю все части переда.
Итак, работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину для покраски. Ну что, машина вернулась с покрасочных работ. Собираю ее. Ремонт этого Subaru закончен. Этот ремонт занял 10 дней, 5 дней работы с металлом, 5 дней покраска. А на этом у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!